інформації, тобто те, як ми подаємо людям новини. Це не тільки одна конкретна новина на одній сторінці сайту, це ми розповідаємо цю тему. І вся ця тема, тобто найактуальніша новина, вона йде в будь-якому форматі наверху, далі в нас є також і подкаст, тобто хто може слухати, і також вона вписана в текстовому. Крім того, під нею в хронологічному порядку мають йти всі решта подій, які відбулися до того. Тобто це в нас є глобальна тема, яка відбувалася певний період часу, і під низом у нас є ця хронологія, де є коментарі експертів в одній колонці, коментарі просто людей в іншій колонці, і те, наприклад, коли юзери стали там частиною цієї події, вони також розміщаються ось тут. Тобто все, що стосувалося якоїсь конкретної теми, якоїсь події, глобальних процесів, які відбувалися, це все у нас є. Ну, все розміщено хронологічно, ми можемо побачити думки людей, думки тих, хто там був, можливо, чиїсь відео, і наші, тобто воно завжди... Ви говорите зараз про платформу, на якій інформація подається у вигляді такого continuous, але з усіх, ну, типа, те ж саме 360, але не відео, а з усіх боків опрацьована так. Тема. Так. Тобто є, грубо тобто це сайт? Ну, це сайт, так. Це сайт, хорошо. Всім понятно, да, нет. Суть? Не всім. Ладно, є? Доповняйте. Я не знаю, можливо, запитання тоді, бо я не знаю, як... Ну, там тоді перше запитання зразу, да. Если у вас команда уже делает, то есть вы на уровне идей, смотрите, то, что вы описываете, это система дайджестивов, это будет понятно телевизионщикам, медийщикам. Во-вторых, это объяснительная журналистика, и об этом тоже можно много где почитать. Вот. По команде контент-агрегатора главный сейчас номер один, это, наверное, можно сказать, Google News, второе, это MSN.com. Вот. И основная проблема – это как агрегировать, с каких источников агрегировать, кому доверять, кому не доверять. Нужны писатели парсеров, если вы хотите это делать сами. Если же вы хотите работать с поставщиками, то есть вопрос монетизации. У вас не будет уникального контента с точки зрения поисковых систем. Второе, это очень большие объемы данных, мы реализовываем. Ну, у нас есть реализация уже в Украине, скажем так, похожие штуки. Это называется она. Я потом вам скажу. Змея? В общем. А? Змеяком? Не-не-не-не. Полнеустроен. И он проект, который работает просто just for реализации. Основной вопрос вот такой штуки с сбор дайджестивов и работа с контентом. Очень хорошо, интересно, но это прямая конкурентная группа News Яндекс, News Google и так далее. Это нейросетки опять. Вам нужны нейронщики, которые смогут сегментировать контент и определять, что 4 новости, которые зашли, они одинаковые по смыслу, но разные по написанию, потому что все, ну, все для поисковых систем синонимизируют контент, чтобы он был уникальным. То есть там есть технологические проблемы, которые, ну, решаемы, но решаемы большими деньгами и большими процессинговыми мощностями. Ну или, возможно, если говорить о том, что да, есть глобальные агрегаторы, но то, что может делаться на локальном рынке, конечно, может быть в этом... Сверху спускать решение гораздо проще, чем снизу поднимать. Окей, слово парсеры даже я знаю, что означает. Катя? Да, just for idea, как говорится. То есть у нас есть в сети где-то до 50 компаний, которые каждый день делают новости. Каждый день они идут в поле, и там у них есть журналисты. Да, и вот на самом деле большой вопрос, мы можем отменяться внутри, у нас там есть участие компании. Фильм, который они сбрасывают, да, но каким образом все это, ну, условно, что Есть эти контейнеры. Хорошо, команда вам нужна, про парсеры мы поняли, про нейронщиков мы поняли. Еще мысли про данную идею. А, я стрим.
Digestive flow. Прошу. Есть еще одно. Представление информации, Супер. Еще мысли про эту штуку. Команда вам нужна? Будем думать, кто, кто хочет присоединяться. Так, еще идеи у нас были? Или это, по-моему, уже ближе к тому, что мы закончили? По крайней мере, первое представление. Тыша в зале. Что? Кофе-брейк, перекур, командируемся и взлетаем. Нет, ну на самом деле у нас еще...